Господь мой Бог, Творец Вселенной, молитве слабой и презренной, внемли. Внемли в святом величии, когда весь мир земных людей с холодным, мрачным безразличием в глубокой горечи моей проклял меня, изгнав в пустыню, где я страдаю и до ныне, несчастный жребий своего луча, где жизнь гаснет, как свеча, где постепенно, умирая, мольбой смиренную зваю губами тихо шевеля и мокрыми от слез глазами в ночную высь небес глядя. Творец, о милости прошу. Нет, мне не нужно всяких благ, хотя я болен, нищ и наг, но умирая постепенно, проказы страшные поражен, молю, услышь мой слабый стон. Пошли мне смерть, но смерть мгновенно. Пошли мне смерть без всяких мук. Прервав мучительнейший круг, мне будет сладким утешением навеки с ней уйти в забвение. Прости, кощунственное слово, что я тебе сейчас сказал, но я надежду быть здоровым тебе, признаюсь, потерял. Мерцали серебром светила, молчала ночь, замолк и я. Болезнь снова с большей силой жестоко мучила меня. Душа устала, стенала, как будто вырваться желала от изнурительных объятий. Вдали уснув лежали братья, несчастья горького друзья. Им сон короткого мгновения на миг дарил успокоение. Поднялось солнце, день настал. Что он нам даст, никто не знал. Друзья, поднявшись в путь, пошли, я, как и прежде, отставал. Картины мрачного конца врывались снова к нам в сердца, и, как и раньше, жаркий зной палил нас всех. И мне порой казалась жизнь жестоким сном, клубком мучений. Но потом я с удивлением заметил, что нас с дороги кто-то встретил. Его в пути остановил тяжелый вопль моих друзей. Я к ним скорее поспешил, их крик о помощи молил. «О Иисус! О Сын Давидов!» Они повторили каждый раз. «О, исцели! Помилуй нас!» Невдалеке от нас стоял и с состраданием смотрел какой-то путник. Я не знал, кто он, и также не посмел кричать с друзьями, только взглядом, в надежде ставший с ними рядом, смотрел с мольбой ему в глаза. И взор его внезапно встретив, я вздрогнул вдруг, когда заметил, с какой нежной теплотой он на меня смотрел. Так просто. А в сердце боль проникла остро, как будто в чем-то виноват, ведь в душу вникнул этот взгляд, где все узрел и прочитал. И в скрытом сердце он узнал, когда Творца Небес о смерти я темной ночью умолял. Он видел все. И то проклятие, чем ему хотел сказать я, но нужных слов не находя, он и без них понял меня. Скорее идите покажитесь священнику. И мы ушли. Но я, друзья, уже в пути спросил о нем, кто он, скажите. Из них ответил мне один, то царь Мессия, Божий Сын. Мне непонятно до сих пор, как это все произошло, но боль, страдания и позор, внезапно мигом все ушло. В себе почуяв исцеление, замер в силам изумления. Исчезли мигом сердце, муки, здоровое тело, ноги, руки, и крик взлетел в небес покров. Творец! Творец мой! Я здоров! Творец! Творец! И горло сжалось. В слезах потоками прорвало все, что в душе своей имел. Мне трудно это объяснить, к стыду скажу, я не умел благодарить. Кричали, плакали друзья со мной вместе, исцеление они имели. Ну а я в неописуемом волнении обратно быстро побежал. Я знал, что делал, да, я знал. Я побежал тогда к Мессии, и он меня как будто ждал. Обняв его святые ноги, я громко плакал и рыдал, и что-то говорил о Боге. И снова повторял,
не в красноречии, а в словах, но в благодарности, в слезах я говорил слова простые. Но с тихой грустью прозвучал вопрос: а где же остальные? Мне стало больно. В этот миг я вспомнил вдруг об остальных. Я вспомнил, как они просили, но что прийти к нему, склониться, склонить сердца свои, лица со мной вместе, позабыли. Вздохнул меня, он отпустил, но перед тем благословил. И как на крыльях я потом летел обратно в отчий дом. Отчасти я летел, как птица. Я представлял родные лица в восторге встречи и объятия отца и матери и братьев. И крики радость на устах, и слезы счастья на глазах. И снова слилось все в одном, скорей в родной вернуться дом. Вот и пришел я. Ну а там родные в первое мгновение своим не верили глазам, глядя с великим изумлением. Не передать мне радость их, знакомых и друзей моих. Немного времени спустя желание крепкое меня подняло в путь в Иерусалим, где перед Господом святым мне захотелось помолиться, в великом храме преклониться, воздать хвалу Творцу и Богу. И снова в дальнюю дорогу в великий город я пошел. Мой путь мне все напоминал. Те дни и страшные мгновения, когда от жуткого мучения я постепенно умирал. Вот место то, где я молился, где с болью Бога умолял, чтобы он к мольбе моей склонился и смерть скорее мне послал. Но вот вдали глазам моим предстал с величием святым наследие древних отцов, краса земли, Иерусалим. Он вновь стоит передо мной, и я, смешавшись с толпой, к нему как прежде приближался. С народом вместе я спешил и был немного удивлен, когда, подняв свои глаза, вдали заметил три креста. Кто там был распят, я не знал. И поскорее поспешил и тихо у людей спросил: кого там на кресте распяли? Но только мне не отвечали. Потом лишь прошептал один: то царь Мессия, Божий Сын. Я верить не посмел ушам. Ушам не смог, но вот глазам. Возможно, разве позабыть его лицо? Лицо родное, настолько близкое, святое, взять, оплевать его и сбить? И застонал я: Боже мой, что они сделали с тобой? Кто мог пробить гвоздями руки твои? Кто мог тебя казнить, когда ты жизнь умел дарить? Ну а теперь, от страшной муки, ты жизнь бесценную отдал кому? Толпе людей презренной, кто только что тебя поднял в мучении страшно над вселенной? Мой взор туманился от слез, я застонал: о мой Христос! И больше говорить не мог, лишь повторял себе: о Бог! Сплетенный тернием венец чело я свил, но вздрогнул я, когда в небес простор глядя, он закричал: отец! Отец! Зачем оставил ты меня? Померкло солнце, тьма зашла. Народ бежал, остался я. Откуда взялось то томление в душе и сердце, я не знал. Но преклонил свои колени, сквозь слезы с болью прошептал: Господь мой Бог, Творец вселенной, молитве слабой, но священной, внемли. Внемли святом величии, когда весь мир земных людей с холодным, мрачным безразличием распял Христа, царя царей. Когда о смерти я взывал, он вместо смерти жизнь мне дал. И жизнь эту принимая, ее тебе возвращаю. Навек отныне, Боже мой, я раб Христов, и раб я твой.